Легенда гласит, что Иван Грозный, увидев это великолепие, богатство нашего собора, приказал ослепить постника и Пермь, чтобы больше не было построено подобного творения, никогда не было возведено. Он спросил мастеров, сможете ли вы повторить такое же строение, на что они сказали, да, мы сможем. И вот именно это послужило поводом к такому страшному кровавому злодеянию Ивана Грозного. Помимо красоты и сложности построения, она еще несет в себе именно духовную символику, которая, по крайней мере, современниками, ну, может быть, не всеми, но в достаточно большом количестве, им было более понятно, нежели современному человеку. Приятно. И такие, как бы входишь там, и темно, и вот эти иконы, конечно, вдохновляют, вспоминаешь, как вот в храм ты входишь, тоже как бы хочется помолиться, так же, как в храме. Ну, красиво очень. You can't describe it, it's more like a feeling, but it's being here at the same place where pilgrims have been through hundreds and hundreds of years. It's just walking their footsteps and being in the spirit, I suppose, is what it would be called.